Ребятки, всем hello! С вами канал Мистер Зуб. И мы продолжаем выживать в игрушке Ark Survival Evolved. Да, вчерашний стрим, ребят, оборвался вообще пипец как. Не знаю, что случилось. Я еще дальше сидел, говорил. Потом только заметил, что стрим уже все не идет. Не знаю, с чем это связано. Посмотрим, короче. Так, сегодня поменял настройки OBS, прибавил битрейда. Не знаю, кому это интересно. Так, чем займемся, ребятки? Ну, как вы уже поняли по превьюхе, собираюсь полететь, притомить сову. Топовую поискать. Вот, поискать топовую сову. Вчера забрал все дополнительные карты. По скидочке у китайцев наших Сими 50%. Вот. Короче, недорого обошлось. Так что можем теперь лететь за совой, ребят. Сейчас по хозяйству-то чуть-чуть пошарудим. Посмотрим, что нам тут гачи нанесли. Что изменилось? Изменилось вот что. Короче, за кадрами я сегодня днем уже побегал. Так, значит. Вивариум. Все 10 дино в вивариуме. 9. Ой, 8 самцов ютерануса. Ой, 8 самок ютерануса и 1 самец. И 1 авираптор. За ночь, ребят, и за сегодняшний день, можно сказать, нанесли 73 яйца. Но это при том, что я уже последних двух сегодня уже загнал сюда. Вот, ждал все, пока, когда же они вырастут. Вчера за кадром притомили еще одну живку. Сейчас вам покажу. Лучший хвост, ребят. Вот оно. Лучший хвостик. Прокачиваю я ему, значит, запас заряда и регенерацию заряда. Светит он вот этим своим хвостиком. Свет дает, не знаю для чего это. Вчера металл добывали на карте, не помню на какой. О, Вовчик, здорово. Я тут уже заговорился. Привет. Чё, дальше выживаем в арке. Вот, вчера, блин, этот оборвался. Рим. Сейчас что-то тоже он как-то не особо идет. Только начал. Да, Вовчик, только начал. Только начал. Так, что дальше у нас тут по плану? По плану проверить кролика. Улиток. Кстати, улиток я еще приручил за кадром. Корабей у нас тут. Вот он, кролик. Кролик. Ну, неплохо. 1800 пасты. Надо бы с корабея тоже еще одного притомить. Так, что у нас здесь? Посмотрим. Кровати скрафтил на всякий случай. Думаю, блин, мало ли пригодятся. Пасты сюда. Пасты мы уже все затарились. 10 тысяч уже есть. Полимера 1300. А вчера чего вырубило? Без понятия, Вовчик, не знаю. Пытался с чуваком связаться через игру, ну, поговорить. И, короче, стрим оборвало на том, что я жмал связь. Вот. И просто выбило, я не знаю, с чем это связано. Интернет был, интернет нормально все. Может, ком чё, может, видюха там загружена была. Хрен его знает. Я даже не знаю, как оно сейчас себя поведет. Вот сейчас полетим на другую карту. Там карта такая, ну, как сказать, не сильно, конечно, такая прям по текстурам сложная. Но все равно, мне кажется, видюха сейчас будет захлебываться. Стрим веду на одном компе,
Вот, если бы стрим вел бы на двух компах, ну, пока что ведь карты видеозахвата нету. Будем ждать. Вроде посмотрел отслеживание, вроде бы карточка в пути. Едет с Хабаровска. Сортировочный центр прошла. Вот. И скоро приедет к нам. Так, давайте побегаем. Посмотрим, кристаллы пособираем. Так, что еще нового? Нового, вот он такой питомец у нас гача, еще один родился из 7 гач. Вот такой вот один у нас появился, который черный жемчуг добывает. Тут у него производство черный жемчуг. Остальных пришлось застрелить, ребят. Как бы это грубо не звучало, пришлось их реально застрелить. Так, ну, два тирекса у нас, вот они. Выращиваю тирексов. Вчера Dark Scorpions мне тирексов подогнал, вот они все стоят. Раньше у нас тут ютики стояли привязанные, теперь тирексы стоят. Вот. Санек выращивает там у себя тег. Мне отдал таких живых. Короче, говорит, выращивай, будешь ходить на боссов. Я говорю, ну давай, ладненько, займемся выращиванием тирексов. Будем потом ходить на паучиху и на прочую херню. Надо еще ютика нормального притомить. Но сегодня у нас в планах сова. Так, кстати, надо посмотреть. Яйца они не дали еще. А, вот одно яичко еще есть. Давайте его вылупим. Сейчас, ребятки, вылупим еще одного тиранозаврика нашего. Где у меня вот они кондишены стоят. Сейчас яйцо выкинем. Посмотрим. Кто у нас? Ты же хотел Deus Ex попробовать. Да хотел, Санек. Ну что-то меня, блин, в последнее время вот затянул этот арк. Ну вообще жесть как. Я вчера допоздна тоже. Вон, глянь, какие рождаются. Ну разве это не прелесть? Заклеймить. О, маленький тиранозаврик, смотри. Глянь, какой. Красавец. Вот. Так, кстати, надо статы посмотреть у него, куда у него там ушло. Ну вот урон у него 48, да? Статы ушли. А, в 50 здоровья. Вот это вот нормально. Вот. Так, ну что, поведение ему сейчас настроим. Отключим блуждание. Поведение. Пассивное. И поведение, радиус следования на низкий. Все, забираем в покебол. А, я путаю, да? Я уже привык с Саньком бегать тут по карте. Короче, все время Санек, Санек. Вот. Санек это Dark Scorpion, с которого вот заходит. В чате, если будет. Вовчик, да. Сорян. Кстати, у меня еще один подписчик сегодня, прикинь, прибавился. Теперь у меня 60. 60 подписчиков. Пытался я сегодня в Гугле рекламу как-то сделать, но нихера что-то. Хотел вот эту рекламу сделать, которая без пропуска, короче. Нельзя пропустить. А там видеоролики нужны, короче, по 15 секунд. А у меня таких роликов нету. Надо снимать реально на 15 секунд там. Чисто просто подпишись, подпишись. И все. И все, конец. Привет, мистер Зуб, да? Подпишись. Внизу кнопку нажми подписаться. Не знаю, какую рекламу сделать. Что сейчас вообще сложно реально на Ютубе что-то развиться. Да-да-да, Вовчик. Вот тебе смех. И смех, и грех, ёперный театр. О, смотри, вот теперь у нас два вот таких. Стоят. Ну-ка, иди-ка сюда, в сторонку, сейчас мы его отведем. Пускай растут. Нам нужна целая армия Рекса. Вот пойти на паучиху, хотя бы на слабую. Я думаю. Потому что я вот один, я никогда на нее не ходил. Ты там чем занимаешься? Опять? Ну чё он не идет, а?
Стол стоит. А, во, пошел. А топает так, писец, как будто как взрослый. Кстати, Вовчик, что там по звуку? Голос нормально? Вчера как-то голос у меня на видео прервался. Так, посмотрим, сейчас его нянька кормит. Да, кормит, все нормально. Так, кристаллики соберем наши тоже. А, тут пока мало. Пока мало. Пойдемте, значит, поднимем уровень, наверное. Улиткам и прочие живки. Посмотрим, как раз жрачка у них там есть или нету. Будем готовиться, наверное. Вылету. С детьми, как обычно, ну ясно. Так, нефть у нас еще появилась. Нефть, наверное, мы на бензин стратим сюда. Вот так вот. Зажечь костер. Пускай бензин делается потихоньку. Так, здесь чего у нас? Мясо. Мясо есть. Мясо нужно жареное сюда положить. Пускай будет, потом нужно будет киблов сделать. Сейчас отсюда возьмем 400, наверное, отделить несколько, отделим 400. Все, окей. Так, 400 сюда и 2000 сюда. Все, нормусь. Пока что нормально. Ну это хорошо, что пока что нормально. Да вроде бы и не лагает. Не знаю, я вот этот кодек там поменял. Не NVIDIA поставил New, который, а просто поставил NVENC. New, оказывается, у него там две дополнительные функции, которые там визуализацию как-то поправляют. У них какой-то там интеллектуальный пропуск кадров, B, который я вот выставляю 2, а он может их вообще не пропускать, например. Или как-то я, может, неправильно понял, конечно. Так, здесь у нас что? Здесь все забираем. Так, вход к улиткам у нас вот здесь. Так, что у них тут по уровню? Так, вот они. Две улитки еще сегодня приручил. 20 уровня. 20 пойдет. Само нормально. Вон, еду им, главное, вкачиваю. Потому что 70 уровня, ну, очень туго их приручать. Вот она, одна у меня есть, 135-го. Жесть просто. Так, у этих что тут, жрачка? Да вроде бы есть. Так, летим, ребятки, летим. Долго задерживаться не будем. Сейчас построю ворота каменные. Так, для совы, наверное, большие, да, наверное, пойдут. Скорее всего. Не знаю, первый раз буду сову ловить. Надо будет киблы еще не забыть взять. Так, сейчас эти выложим, все семечки все. Овощи, семечки. Кстати, овощи надо будет в кормушку кинуть. С овощами у меня и так проблем нету, ребят. С овощами проблем нету. У меня вон, смотрите. Какая, да? Плантация, блядь, на крыше. Вот это вот, блядь, ферма. Садовник еле справляется, ёпперный театр. Там, блядь, она в два этажа нахуй вообще идет. Там растет все, что можно, нахуй, на ней. И наркотики, и ягоды и прочее. Вот еще, если бы грибы посадить. Я не знаю, можно тут грибы посадить, нельзя. Хуй его знает. А так бы можно было бы грибочков насажать. Так, что у нас тут? Все, остальное семечки я вот ложу к этим кормушку. Гачи. Гачи жрут пиздец просто. Вон, я им и семечки скармливаю, нахуй. Вон, семян уже нету, все сожрали.
Они, кстати, наркобыри семечки ебенят, только в путь. Все, остальное мы сейчас этот. Тут уже свет отключили, да? У меня уже все, свет уже автоматически не горит. Хоть бы по одну лампочку как-то бы включить, нормально. Сейчас ей, наверное, настройки, вот это вот. Включение. А, так она вообще выключена. Ну, включим ее. Пускай хоть она горит, наверное, да? И с того края, наверное, сейчас вот это вот включим тоже. Настроим, чтобы она нормально горела. Вот, авто выключить. Все, и включаем ее. Все. Вот так вот вроде бы good, да? Освещение нормально. Все остальные лампы работают на автомате. Так. Наркобери сюда. Эти белые тоже сюда. Вот они, грибы. Я не знаю, сажать их можно, нет? Я не знаю, смотрит меня два человека, да? Ребят, подскажите там. Вон, 74 яйца уже, ютика. Вообще, зашибись просто. Так, хватаем киблы. Сейчас киблы разделим, наверное. Сколько возьмем? Сейчас я в дододексе посмотрю, сколько там нужно на эту, на сову. Так, вчера я вроде смотрел, было 12, по-моему. Сейчас я вообще хер его знаю, 12 тут нужно. Может взять побольше, может там 2 будет топовые совы летать. Мы сразу 2 заберем. Ну это я так преувеличиваю, конечно, мечты. Но все-таки все равно, 201 сова, 11 киблов. Получается на 2 совы, ну 25 возьмем на всякий пожарный, пускай будет. Так, 164 наркота есть, 164 дротика есть, кровать тоже есть, на всякий случай. Так, можно кексиков взять, потому что там овесы будут. Может пока полетаем овесов, посмотрим. Сейчас сразу запасемся. Чтоб все было наготове, чтоб мы не это. Да, возьмем кексиков. Так, кексиков, наверное, возьмем штучек 5, наверное, хватит. На 5 овесов, короче, получается. Мясо у нас есть, труба есть, эти есть, наркота, кровати. Осталось взять, расскажу. Так, вот этих осталось взять побольше. Так, 5 штук овесов, значит, да, может найдем. Найдем, но возьмем побольше. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 штук этих есть. Давай еще, наверное, возьмем, да? Персим, давай, чем больше, тем лучше, как бы, блядь. Там же еще нужно будет для совы. Так, и крафтим эту херню. Ворота. Так, у нас здесь чего-то не хватает. Соломы нету, да? Солому я всю удобрение засунул. Тут тоже нету соломы, блин. Так, ладно, хер бы с ним. А тут что можно сделать? А, S плюс тоже, вот они, ворота. По 900 соломы. Так, а сейчас мы посмотрим, может у нас в этих постройках есть, где-нибудь завалялись. Постройки. Так, рамы. Рамы, рамы, рамы. 2 штуки, ну деревянные есть. Нужно каменные рамы. Каменные, не знаю, есть тут что-то. Одна каменная, но она не S+, обычная.
Так, хер, нету, короче. Ладно, сейчас так сделаем. Блять, как бы еще сейчас не пришлось солому. А, солома вот есть. Все, солома есть. Камня тут нету. Дерево можно отсюда. А, хотя дерево можно отсюда не забирать. Ладно. Камень мы отсюда, если что, сейчас возьмем, да? Тут тоже камня нет, нихера. Тут дерево 13 тысяч. Камнем проблемы. А, реально проблемы. Так, ну что, летим тогда за этим. За камнем, ребят. Потому что у меня даже не с чего построить ловушку. Сончик я смотрел вчера. Не, да некогда было. Я вчера, блин, все переживал за качество своего стрима. Я вчера свой стрим смотрел. Пересматривал, что не так, что так. Ну, как, блин, качество мне понравилось. Вот я на Соньке свой стрим смотрел. Вообще обалденно. Да и сегодня вроде бы оно обработалось на Ютубе. Тоже неплохо выглядит. Не знаю, как вот этот стрим будет. Нормально, ненормально. Потому что кодек поменял. Не кодек, а этот. Тип рендеринга, да? Получается. Тип рендеринга, говорю, блять. Это ж не тип рендеринга, это, блять, ну, рендеринг-то остался видеокартой, а поменял я только способ, там, два их способа. Подвид, два подвида, можно сказать. А чё там Сончик вчера снимал? Гонки, как всегда, у него только одно. Грит, горит. Так, давайте этого возьмем, нашего Дедикуруса. Иди сюда, друг. В покебол его, нахуй. Дедикуруса в покебол. Все, погнали. Так, нужно бы гамму поменять. Его. Полетели. Так, а у меня тут еще одна вива стоит. Тоже огненная. Кстати, нужно ей уровни хоть подкачать, да? Тоже огненная. Ну, надо ей выносливость качать. Качаю выносливость. До кормушки она вроде достает. Так, полетели, ребятки. На нашу любимую гору за камнем. Погода пасмурная, льет дождик. Форза и Дакар. Что-то он сейчас стал частенько Форзу прям играть. Раньше что-то он как-то поиграл, забросил ее, потом опять. Там, походу, что-то открыли новое в Форзе. Вот он там, какой-то ивент там. Я не интересуюсь, Вовчик. Сейчас как-то вот я на эту игру прям подсел, вот реально подсел. Я просыпаюсь, сразу эту игру запускаю, писец. У меня прям второе дыхание на эту игру открылось. Так, вот мы... А, это мы не сюда, да, прилетели? Нам вот на ту гору. Летим дальше, значит. Как изображение, кстати, Full HD, там нормально все идет. Я смотрю, у меня интернет вроде справляется, 10 тысяч. Правда, этот не выводил еще. Я вчера так же и не понял, из-за чего это все случилось-то.
Из-за чего стрим выкинуло. Просто тупо. Даже игра не зависла. И я продолжил играть, сижу так же, рассказываю что-то. Потом что-то смотрю. Бля, а у меня этот, блядь, стрим оборвало. И он даже без попытки восстановления, понял? Надо было, наверное, знаешь, что, у меня приоритет, наверное, процесса OBS средний стоит. Надо было на высокий поставить, чтобы его было, чтоб лучше бы выкинуло вон этот. Так, что у нас тут? Никого нету. Так, из хищников тут вроде бы никого нет. Орлики там ходят. Так, здесь эти лазят. Сейчас всех их поубиваем. Вон он, орлик еще летает. Все. А вот он еще один, блин. Ах ты ж собака какой. А, все, сдох. Так, ладненько. Понятненько, ладненько. А, в смысле, получше, чем вчера, ты имеешь в виду за эти, за лаги? Или то, что без сырков, или как, почетче? Слышно получше, да? Четкости побольше. Ты мне хоть скажи, в чем разница? Просто я у себя когда смотрю, мне вот не нравится. Просто пиздец. Это вот знаешь, вот как будто, блядь, вот... Вот как я татухи делаю, например, да? Человеку сделал татуировку. Вот, блядь, мне вот что-то да не нравится. А человек, блядь, а человеку нравится. Все, он говорит, блядь, Ром, тебе нужно в салон устраиваться. Я вечно у себя какие-то микрокосяки, блядь, ищу, пиздец. Хочу лучше, лучше и лучше. Хер пойми, то ли я низкой оценки о себе. Вот. Так, выкидываем нашего дедикуруса. Смотри, у меня какая бронька, да? Крутяк. Бронька хорошая. Оп. Вот он наш дедикурус. И погнали. Сейчас какое-то время пофармим, полетаем, попиздим. Ну, Юля, косяки везде есть. А, ты хотел написать другое, да? Я прочитал у Юля. Косяки везде есть. Ну да, если присматриваться вообще уж, знаешь, к деталям, то да, косяки может и везде есть. У меня плюс камера еще, вебку надо. Вот я сейчас, видишь, донат ты там. На видеокарту я написал. Вот, собираю. Вот. Хочу видюху поставить нормальную для рендеринга видео. Чтобы видосы были нормальные. Я так просто подумал, думаю, моя вторая видюха. Ну, на втором компе. Она тоже, ну, херовенькая. Для рендеринга она, наверное, хер пойдет. Хотя хер его знает, вон я в ютубе смотрю, ребята для рендеринга 750 ставят. Хотя у меня на 2 гигабайта 650. У меня буст версия, короче, в разгоне она сразу с завода. Ты глянь, какая красота, вот ты только посмотри. Арк, это просто, это не только игра, это глянь, какая красота. Просто, это если ос... А, ты чё? Взял, мне разбил. Глянь, тут какая красотища просто. Вообще здоровски. Ну ты чё, чё ты машешь хвостиком? Пойдем.
Я просто бы поставил бы, вот я битрейт поставил, например, да, вот у меня сейчас 59-60 FPS, вроде бы нормально. Стоит все. Ну также и игра вроде бы не глючит, и тени, глянь какие, лучи солнца, все, графика вообще шикарная просто. Ну как я вот у себя вижу, конечно, YouTube там еще, наверное, сжимает. До того состояния, что, блядь, какой там хуй разглядишь качество. То есть, если снимать там в 2К, в 4К, на большом телеке смотреть, то тогда, наверное. А тут я пытаюсь Full HD хоть сделать нормальным. Ну, сам понимаешь, все упирается в бабки. Бабки, в капусту. И времени, блядь, не хватает. Канал это вообще, блядь, как вторая работа. Это вот, блядь, пришел с первой работы. Сел, блядь, за вторую работу. Вот я 2 через 2 работал. У меня вообще выходных просто не хватало. Первый выходной снимаешь, второй выходной все это рендеришь, блин. Обрабатываешь. На второй выходной выкладываешь. Я вон два дела совмещал. Пока видео рендерится, блядь. На PlayStation 4 сел, поиграл. Смотришь, зарендерилось, да, там час-полтора. Поставил второе. Все, день прошел. Все, пиздец, завтра уже на работу. Вот так, такая вот фигня. Знаешь, как этот колобок еще может кататься? Смотри. Хуяк. Как мячик, блядь. Сдал. А сейчас на другую карту полетим, блядь, там вообще пиздато красиво. Сейчас чуть-чуть пофармим камушка. Сколько мы уже тут нафармили? 5000. Сейчас 1010 хотя бы нафармим, чтобы было. Потом полетим соломки чуть фарманем. Ну, на Виве солому вообще фармить. И все, сделаем ловушку и отправимся на другую карту. Другая карта это вообще красота. Просто. Если на острове, вот красиво вообще. Подожди-ка. Подтянуть чуток. Или ОБС-ку, наверное, опустить чуток. Так вот сделаю. Значит, ты говоришь, сегодня лучше, чем вчера, да? Качество. Если оно так, то значит новый кодек, вот этот NVENC. Ну не кодек, это я так кодеком называю его. Значит, new херня. New, наверное, для топовых карт. Обычный NVENC, наверное, для обычных. Не знаю, голос сейчас должен быть получше. Вчера что-то прям писец просто. Обрывал голос как-то непонятно, почему так. Сейчас я вроде микрофон сделал погромче, но я не знаю, как ты вот звук игры, звук голоса нормально? Ничего не нужно там.
поменьше делать. Вот сейчас музыка играет. Может, громкость игры побольше сделать? У меня приоритет как бы записи не в том дело, что там стримы. Мне нужно просто добиться вот качества хорошего, настроек нормальных и все. Вот как других ютуберов смотришь, вот Солнчика того же, да, там, или, бля, Гидеона там, Феномена. Вот качество у них вообще классное просто. Ну, не то, что классное, но вообще смотреть приятно. Идешь на работу там или с утреца включил, все, и с удовольствием посмотрел, а не кубики, блядь, эти. Громкость норм. Ну, все. Тебя лайк, Володь, тебя лайк. Десять косарей. Сейчас вот это последнее. И все. И летим. Ну что ты там обосрался, блин? Сейчас вот эти жилки последние добьем. А то там, я смотрю, он арги летает. А то будет агриться на нас. Не знаю, насколько сегодня этой трансляции хватит. Я вот забыл, хотел вывести это на панель себе, на второй монитор. У меня уже тут места нету. Второй моник вообще пиздец. Доисторический просто. Маленький квадратик. Я тут еле размещаю вон сам этот. Диспетчер хотел это поставить себе, посмотреть за поведением видеокарт, насколько она загружена, насколько памяти вообще оперативной, проследить, как она. Так, ну все, нахер идем. А то целый стрим будем камень долбить. Забираем колобка нашего. И let's go. О, вот это вот я постоянно забываю. Сумочки. Надо сразу с колобка. Я вот все себе говорю, Ромчик, возьми себе на заметку, что нужно сразу из инвентаря. Живки сразу все доставать, а иначе вот так вот ее заберешь, креопот, все, и писец, и прохерил. Все, что добыл, блять, там и оставил. Один раз оставил, искал, короче, этот рюкзак. Живка в креоподе, рюкзак с ресурсами, блять, остался. Так, давай где-нибудь здесь приземлимся, наверное. Соломки пофарманил. А, где-нибудь вот здесь вот прям. Сейчас увидишь, как Вива фармит. О! Крылышками, блядь. Пару взмахов, вон, пятихатка солома. Вон, косарь уже. Уже 1000. Живка вон там какая-то ходит. А, кошаки ходят. Гоняются за аргентом.
О, сейчас, наверное, аргентах захерачат, мне кажется. О, там и эти лозаврики. Пойду-ка я тоже туда схожу на разборки. Они ко мне подойти не могут. Он их ветром сдувает. Трим не пашет. В смысле, у меня все пашет. Володь, у меня вроде все зеленым горит, вы в эфире, состояние трансляции норм. А, уже норм. Ну, короче, наладилось, походу, да? Вот такая вот херня и бывает постоянно. Вот, у меня вот тоже начало. Вот видно, карта начинает прогружаться. Понял? Все, стримчанский начинает накрываться пиздой. Еще надолго не хватает. Так, куда-то мы летим, блядь, не туда. Нам надо вон туда. Вон, все, текстуры начали туго прогружаться. Написано было, что трансляция прервана. Ну ты чуть-чуть мотни назад, там на пару секунд. Не знаю. Она будет нормально идти. У меня он все зашибись. Все горит зеленым пока что. Но игра уже начала подтормаживать. Уже какими-то рывками начала. Видно, карта прогружается и все. Начинается хуйня какая-то. Вон, сейчас полетим, лучик заберем. Долго ему там спускаться, интересно, не? А, он, фиолетовый. Вон, видишь, и начинаются прогрузки. Все, карта начинает прогружаться, блядь, и понеслась. Все рывками. Вот это косяк. Если хочешь... Как говорится, надо чем-то жертвовать. Да, начались, короче, реально. Начались лаги. Все, состояние трансляции. Низкое качество видео. Видеопоток поступает слишком медленно. Вот тебе и началось, Володь. Вот тебе и началось. У меня, короче, красным горит трансляция. Не знаю, с чем это связано. То ли, блядь, с интернетом, то ли чё. То ли оперативы так съедает. Что за херня, я, блядь, вообще не пойму. Сейчас, наверное, вообще вылетит просто стрим и все. Вон, у меня уже все лагать начало. Бывает и на Ютубе тоже херня какая-нибудь. Я вон когда этого смотрел. Гидеона тоже, бля. Он вроде сидел, говорит, я транслирую, у меня все заебись вроде, ребята. Я, говорит, не знаю, в чем проблема. А этих все писали, что типа стрим накрывается и все, и хоть ты убей.
Видеопоток пишет, что поступает слишком медленно. Как поступает слишком медленно? Битрейт, он подскакивает по 12 тысяч. 10-12 скачет. Я не знаю, килобит в секунду. Может, он туда слабо их... Пропуск кадров 0%. Кодировщик перегружен. Попробуйте понизить настройки. Блять, как кодировщик перегружен, сука? Короче, опять стрим в жопу. Ну-ка, сейчас посмотрим, что там за херня такая. Кто с кодировщиком? Кодировщик перегружен, да? Пишет. Ребят, что-то не так. А вот, смотрите, сейчас уже все стало нормально. Каким макаром, я вообще не понимаю. Так. Производительность. Графический процессор GTX. Наша. Ребятки, загружено на 99%. Обалдеть просто. ЦП на 33, память 12. Короче, карты не хватает. Карта работает прям просто на этот. На максимум. Карточки не хватает. Я вот не пойму, почему сейчас-то... Трансляция красная, блин. Что такое-то не так? Эх, блин. Да, карта загружена, короче, на всю. Короче, с 10... Сейчас без тормозов. Ну, сейчас-то да, сейчас я вот прилетел, вроде бы без тормозов. Не знаю, у меня почему-то поток все равно низкого качества написано. В эфире видеопоток поступает слишком медленно. Просмотр может идти с буферизацией. Ладно, посмотрим, как оно будет. Так, этого на место. Дидикурус. А сейчас, может, на ту карту полетим, может, там как-нибудь получше будет. Ну, карточка на всю херачит.
на 97-99%. Просто на всю загрузку. Так, давай нафармим ловушку и полетим за собой. Все-таки я превьюху, что сегодня зря что ли делал. Где наш камень? Солома. Так, металл надо сразу закинуть в плавку. Да, в печку. Не нравится мне, конечно, что поток какой-то с красный, блин. Не знаю, то ли сейчас закончить на этом. Или полетим все-таки. Карта не справляется, короче. Вот, а у меня игра, получается, тормозит. Начала почему-то тормозить. Так, где у меня тут металлы? А, чертежи вот здесь. Чертежи построек. Ягоды можно в бочку. Так, ну вот сейчас вроде бы трансляция получше стала. Да? Качество, наверное, наладилось. Мы все рады, довольны. Сейчас вот эту всю херню скину сюда. Вот это вот ненужную. Рубашки, все прочее говно. Кексы пропадают потихоньку. Надо бы как-то поторопиться нам. Так, обсидиан сюда. Дерево сюда тоже положим. Кожу сюда. Мяско, мяско, мяско. Наверное, в кормушку кинем. Чуть-чуть мяса. Да. Так, посмотрим наших малых всех. Этого кормят. Этот кормится сам. Так, этот. Этот тоже. Этого кормят. Этого тоже. А, эти уже юнцы. Они уже кормятся из кормушки, да? Так, у этой, у няньки-то. Блин, пропустите вы меня. Что за херня такая? Лень. Так, у няньки вроде все есть. Мясо. Мясом она только вот эту херню кормит. А он скоро начнет с кормушки кормиться. Нормально.
Короче, я так понял, у меня памяти не хватает. Не хватает памяти карте, чтобы это... 3 гига не хватает. Видно, когда я лечу, начинает карта прогружаться, и все, и пиздец наступает. Нам бы главное туда бы долететь. Так, делаем ворота, значит. S плюс рама. Вот она большая, да? Сколько нам нужно? Штучек 5, наверное. Или 4 хватит. А, не, штучек 6, наверное. Четыре, пять. Давай еще 6 и 4 сделаем, как раз получается, если 1, 2, 3, 4, да, и 2 воротины по краям. Че, сейчас как, нормально все? Не тормозит? Так, 2 двери надо сделать. Раз и два. Ну, давайте еще вот одну, да, раму поставим. Все. На одну раму как раз хватило соломы. Тормозит слегка. Ну, видно, вот то, что прогружается, наверное. Так, это все сюда. Двери, ворота. Так, ну, вроде бы все. Полетели, короче, ну и нахер, чё сиськи мять, да? Сейчас я гачем навык производства подниму. Пробегусь, наверное, по всем. Пока что у меня ничего не пишет. Главное, чтобы ту карту прогрузило нормально. Здесь у нас чё? Здесь кристалл дают. Сюда я сегодня вроде в солому он вкладывал. Так, а те резинка что у нас кормится? Резинка тоже уже юнец. Так, вот это гача. Так, это не нужно уровень прокачивать. Сейчас бегаем по остальным. Вот этому нужно качнуть. А, у него даже 2 уровня. Вот это здоровски. Еще раз урон. Хреново волочь, что тормозит слегка, блин. Ладно, попробуем сейчас так постримить. То, что видишь, битрейт слишком большой. Раньше вот я мог на низком битрейде 3 часа сидеть, стримить. И нормально все не тормозило. Сейчас почему-то вон. Жесть полная. Так, вот еще две гачи, вот еще одну уровень. Навык изготовления поднимаем. Так, у этой еще пока нету. У Вивы тоже уровень, наверное, 5 целых уровней. Давайте на выносливость, наверное. И один в этот урон. 262-й. Так, здесь у нас что? Здесь пока ничего нету. Так, берем, значит, нашего, наверное, этого. Возьмем еще, наверное, пару зелий для скорости. Будем брать нашего Аргентависа. На нем будем летать. Так, зелье скорости. Раз, может, штучек 10, наверное, хватит. 10 штук хватит. Креоподы все взяли. Так, все, вроде бы приготовились. Ну все, Вовчик, сейчас я отойду на минутку.
И приду, и полетим на новую карту. Посмотрим, как у меня сейчас комп не сгорит мне с новой картой. Вот это будет тема. Так, ну чё, летим, короче. Да? Короче, летим. Все вроде взяли. Может, Виву в Креопот на всякий случай взять. Или нафиг не надо, или Волка, может. Нахер не надо, наверное. Аргента будет достаточно одного. Звук иногда пропадает. Ну да, звук пропадает. В смысле звук пропадает? Опять что ли начались тормоза уже теперь со звуком? Хер знает, у меня вроде бы... Я вообще даже громкости прибавил больше. Полетели за совой, Санек. Так, сейчас подожди-ка, еще раз домой забежим. Я там коптилку забыл выключить.
О, а то улитки наши сверху там поджарятся. Будет барбекю из улиток. Барбекю, да? Барбекю. Хреново, короче. Это я вот так вот делаю эти стримы. Блин, еще карта видеозахвата не приехала. Ну куда уже тянуть? Я уже, смотри, вон, развился в игре. Базу построил. Промежуток такой был, наверное, дня... Не знаю, сколько. Дня 4, наверное, 5. Ну, неделя, наверное, где-то. Я это все хотел снимать, как я все буду строить. И в итоге, блядь... Все уже отстроил. Вчера такое, говорю, экскурсия по базе. Вот. Вон, сейчас воспользуемся этим. У Санька тут стоит на базе. Как его тут называют, забыл. Репликатор или не репликатор. Трансмиттер, блядь. Хуйня, которая переносит. Так. Я не включил камеру. Теперь я нормально, да? С камерой вроде зашибись. Так, и не вижу я этот. О. Так. Так будет тема. Все, этого забираем в криопод. Вот только хотел, да, написать и не успел. Я уж сам допер. Слушай, ты так нас у Сончика в чате не попишешься, да? Тут хоть с одним ютубером, да, можно нормально пописаться. У кого 60... Хотел сказать, тысяч подписчиков. У меня уже, блядь, мечты зашкаливают. Так. Ага. А Санек его закрыл. Его нельзя, им нельзя воспользоваться. Жаль. А, рядышком тут ничего нету, да? Эх, блин. Полетели, короче, в этот лучу. Можно было с того луча вон там. Ну, я не знаю, там живка может бегать. Пизду, короче, полетели, блядь, спокойно перенесемся. Вроде бы взяли все. То, что нужно. Ворота. Так бы ты Сончику писал бы. Сончик, привет, а он тебя такой. Привет, Вовчик. Ну как ты, как жизнь, как дела? Как же туха, да? Сончик там только отвечает на платные сообщения. Я вон один раз у Мармока был на стриме как-то. Смотрел его стрим. Так там вообще писец просто. Чат нахер просто вот так вот пролетает нахер. Вот, все, начались лаги, наверное, да? Графический процессор задыхается. Вот чья-то база тоже. Видишь? А у кого-то есть. Вот, сова стоит. Кстати, вот он этот самый. Я не знаю, долго он тут пробудет, нет? Зеленый лучик. Так, рядышком тут вроде бы, не знаю, никого нету. Вроде там вдалеке, а рапторы бегают вдалеке. Блин, не знаю, успеем мы через него? Не, не успеем. Хер пойми, давай попробуем. Может быть и успеем. Сейчас только орла заберу, блять, нахуй и пиздец. И луч пропадет, нахуй. Ух ты, тут этот самый седло для пахи какого-то хер пойми. Путешествие на другой сервер. А, это у нас была, по-моему, Extinction. Перейти с выжившим. Переходим. Сейчас на Extinction и все, блядь, зависнет нахуй к ебаной матери. Комп вспыхнет, блядь. Скажет Ромик.
Все нахуй, покупай, блядь, комп новый. Нехуй стримить. Ну нет, у меня теперь имбовый. Ты чё, у меня теперь, блядь, роутер появился вообще заебатый. ТП-линк. Арчер C5. Бля. Не Китай тебе какой-нибудь, блядь, тенда. Охуенный роутер. 500 мегабит нахуй хуярит. А вот видеокарта. Вот сейчас спала нагрузка на видюху. Видно, загрузка идет, короче. Вообще просто спала. Так, ребят, тут моя койка есть. Но нам нужно в зимний биом. Отсюда мы будем... А тут спальный мешок, тут, по-моему, два их даже. Так, зимний биом. Нет. Вот в этот кружок полетим, Володь. Будем искать сову. О! Ну лучше ближе, наверное. Блин. Ближе к центру, наверное. Сейчас вот, блядь, как назло. Сейчас как заспавнюсь, нахуй, где-нибудь в жопе. Сейчас кто-нибудь да нападет, нахуй. Опа, все, сразу нахуй карта захлебнулась, блядь. Ай, блядь, пиздец, нахуй. Блять, орла сейчас задолбят. Все, улетаем, нахуй. Пизду, всю бронь меня, блять, нахуй побили, суки ебаные. Идите сюда, пидоры. Сейчас я вам, блять, мясо понаделаю. Давайте, нахуй. Сучары ебаные. Глянь, долбит там, пиздец просто. Блять, наверное, Деодон этот, блять, он, наверное, хупами какого уровня. Наконец-то, блять. Где остальные, суки? Вон он, еще один. Мясо прям, я же говорю. Блядь, анкило тут, наверное, блядь, топовый. А не, сотый уровень. Сотого уровня, блядь, еле захуярили. Просто жесть. Так, ну ничего, вроде бы, смотри, карта какая классная. Extinction, это тебе, блядь... Нихуё моё. Это Extinction, блядь. Да? Всё, полетели. Хорошо, что здесь день хоть. Вон сова летает. Так, достаем наш смартфон. Сейчас будем в смартфон клацать. Тик. И будем искать топовую сову. Снежная сова. Тут у нас одна. 26 уровня. 26 уровня, да, вон она летает. А, кстати, их там. А, там еще аргент, наверное, летает. Или две совы. Понятно. Эти в трубу хуй посмотришь. Сука, ебаный этот самый. Большорогий снежная сова 26 уровня. Там он их две летает. Почему у меня это две совы не вычислил? Телефон наш. Все. Графический процессор 100%. Бля, жесть. Снежная сова. А, 13 и 26. Нахер не нужны, короче. Расход.
Ванагарм Сигрюдом. Да никакие, сука, халикатери, блять, алкаш ебаный. Так, полетели-ка еще куда-нибудь. Блин, тут прикольно, да? Здоровски. Это Extinction, блин. Моногарм тут, походу, всех разобрал он. О, видишь, вылетели, и сразу, это вот купол. Снежный биом. Так, здесь где-то моногарм трещит своими этими. Где-то ползает, блядь, по стенам. Ну его нахер, отсюда надо дёру давать. Прикольно, смотри, да? Купол. В купол влетаем, да? Хуяк. И все меняется. Так, там носорог ходит. Носорог. Носорог. Чё вы все на Г, да? А мы на Г ещё. Да аддонов тут до хера. Я насмотрю, ангелы вон ходят. Надо пользоваться этим телефоном. Ой, сейчас будет. Будем долго искать, блин. Снежную сову-то. Лютоволк, саблезуб. Тут вот нету. Тут нету. Полетели дальше. Сейчас по краю пооблетим. Посмотрим. Может сюда вот сейчас. Телефона радиус просто маленький. О, стоят вон, свиньи, блядь. Тачки. Кабанчики. Не найдем топовую, может какую-то обычную приручим. Мне она нужна для этих. Она какие-то податки дает. Короче, податки этой совы хорошо действуют на этих самых. Саблезуб, саблезубый лосось и саблезуб 26 уровня. Нету здесь. Нету здесь никого. Глянь, карта какая красивая. Красота. Так, смотрим здесь. Овис 160 уровня. Овис. Пятки 160. Вот он ходит. А он там уже дохлый, наверное, валяется, мне кажется. А, уже, да, его доедает там, блядь. Поросятка. Поросята доедают. Тут вот овисов, блядь, не успеешь, блядь, ловить. Глянь, какой водопадик течет, вообще красотища. Просто, ты вот прям просто посмотри на график, вообще зашибись. Я эту графику пытаюсь передать вот. Кто меня смотрит? Было приятно смотреть. Так, смотрим здесь. Снежная сова, 20 уровень. Где-то есть. Вон наш где. Бесед сове. Летим дальше.
Так, где наш тут телефон? Ищем. Нежная сова, 6-й вообще уровень. Где она есть? Вон она. Прямо у водопада летает. А, уже дохлая. Уже дохлая летает. Походу и мегатерии, наверное, с халикотериями запирачили. Блин, нормальную бы топовую найти бы. Было бы вообще ништяк. Снежная сова, 113 уровень. Это вот максималка, наверное. Я не знаю, ее убивать прям жалко. Вон, находит. Вон там. А там с ней рядом еще одна сова. Сейчас посмотрим. Снежная сова, их тут две. Одна 46-го, но это вон та, которая. А другая рядышком, он налетает. Так, что это за место, сейчас посмотрим. А, это прям с краю. Так, я не знаю, может... Так, а хотя давай, наверное, ее и приручим. Саву. Сейчас вот здесь прям ловушку поставим. Так, значит, ворота берем. Да? И вот эти ворота. Сюда один креопод. На восьмерку, на семерку. Тут ворота прям такие огромные. Слушай, я, наверное, не те ворота сделал. Блин. Я не те ворота, короче, сделал. Эх, блин. Она через эти, через этот прогал вылетит, блин. Сейчас попробуем вот такие ворота замутить.
Не знаю, вылетит она, не вылетит. Посмотрим. Погнали. Настрою, построил, блядь, для гигантской совы, наверное, блядь, постройку. Так, полетели. Так, одна сова летает у нас этого. Ага, 46 уровня, вот та. Сова 46-го. Так, сову одну убили. Летим другую, короче. Давай. Вот она. Что она в этих самых нашла, в мамонтах в этих? Летим за мной. Не хочет, и все, и хоть ты убей. Не хочет, да, лететь? За нами не хочет лететь, ребят, ну никак. Полетели, полетели. Ай, блядь, пиздец. Он и урод. Жесть. Все, ребят, короче, на этом мне пипец. Надо было вторую летающую живку брать. Эх, блин.
Эх, блин, хреново, короче, получилось. Сейчас попробуем оттуда забраться, не знаю, получится, нет. А хрен здесь получится, чего. Блин, хреново. А этих тоже тут не видно. Блин. Просто жесть. Тут мы тоже не залезем. Никак просто. Нашел, где ловушку строить. Блин. Сейчас, поможет по этому хребту попробуем. Не-а. Да блин. Никак не получается у нас. Да ёперный театр. Не, все, надо было вторую. Что-то я не продумал, нифига. Надо было вторую живку брать. С тобой летающую. Хрень какая. Там мы точно никак не пролезем, да? На тот хребет мы вообще не залезем, наверное. Так просто. Хреново. А не, смотрите, ребят, может еще и залезем. Не туда я путь выбрал. Так, вот сюда сейчас. Так. Так. Так, и все, и вот туда. Вон она, моя ловушка как раз. Блин, чуть не сорвался. Да ё-моё, да что ж ты будешь делать? Так, вот туда, наверное, надо спуститься. Все, прибыли мы, ребят. Мы прибыли. Так, знаете, что надо сделать? Тут, наверное, надо поставить кровать. Поставить кровать. Вот она, кроватка. Спальный мешочек. Все. Где наша сова? Вон она летает. Уже за оленем охотится. Давай за мной. Ага, атакует.
атакует. Ребят, сейчас мы ее заберем. Блин, как бы мне придется сюда заманить? Где она? Вот она. Вот она летает. Сейчас, ну давай. Блин, я слезть не могу. И она там осталась. Да ё-моё, да что ж ты будешь делать с этими большими воротами? Это есть. Дорогуша, я тут. Давай, полетели за мной. Давай, залетай сюда. Опять она там застряла. Да что ж ты будешь делать? Давай, давай сюда. Лети, лети сюда. Блин, ну что ж ты? А? Сову не могу уже, блин, притомить. Где она есть? Вон она. Вот она летает. Давай сюда, залетай, блин. Опять она тут, смотрите, зависла и все, и хоть ты убей. Не хочет, да, улетела? Ай, блин. Где тут вот она есть? Что ж ты будешь делать-то, а? Вон она летает. Может, надо было ее болосом как-нибудь зафигачить? Куда тут она полетела? Обалдеть просто. Ну все, она улетела нахер, хер пойми куда. Ой, блядь. Ладно, сейчас вернемся домой и нахер возьмем, сделаем маленькую ловушку. Или просто надо было это. Вот эти ворота надо было, наверное, сделать не на автооткрытие. Switch to manual. Все, и закрыть. Ай ты, блин, ты глянь, я не ожидал прям. Что она здесь-то будет. Ну иди сюда. Где ты там летаешь? Летит собака. Летит. Всё?
Давай, 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 давай. Вот все, ребятки. Попалось все-таки. Сейчас будем настреливать ее. Ай, ты, блин, она, смотрите, пролетает сквозь эту хрень. Где она улетела, мразь? Она, оказывается, пролетает сквозь эту, блин, фигню. Ах ты ж собака какая. Есть, давай, сейчас мы тебя. Блять, опять улетела. Блять, хоть бы она меня не столкнула. Хотя аргент со мной. Блять, а болосов я уже не сварганю, да? Блин, сколько ж на нее тротиков нужно? Она меня сейчас так нахуй убьет, короче, ребят. Бля. Ну сова какая, зараза. Жесть, блин. Просто жесть. Вот она, смотрите. Кто сволочь? Давай, сейчас мы тебя все-таки притамим, сучка. Не зря сюда пер большие ворота. Все, ребят, без сознания валяется. 113-я. Наконец-то, ружье можно убирать. Все, 113-я сова. Мы это сделали, ребятки. Сейчас закину киблы, короче, пойду перекурю. Бля, это было жесть просто. Это было жесть. Так, 113-я. Сейчас посмотрим, сколько на нее нужно. Семь киблов, короче, и 14 минут приручения. Все. Наркотики даже можно не ложить. 7 киблов, да? Все, ребят, 99,9 приручения. Наконец-то. Наконец-то мы это сделали. Ну сейчас топовую все равно сову посмотрим. Может и топовую получится за это. Время пока позволяет.
Так, все вроде бы, да? Вроде бы везде этот поделился своими. Так, ну 47 уже процентов, ребят. Еще чуть-чуть и все. И забираем сову. Полетаем потом еще, может, посмотрим. Ну, конечно, броня она меня просто убила. Да, мы теперь босиком, ребятки, по снегу бегаем. Вон, штаны убила. Ботинки, может, вот эти хотя подеть. О, не так было. Херово. Сейчас чуть-чуть подождем. Я пока, ребятки, отойду. Да. Так, ну хоть это, не зря я превьюшку хоть сделал, блядь, совой. Хоть сову, хоть 113-ю, но приручили. Хер бы с ним. Ладненько, ребят, сейчас вернусь. Так, я вернулся. Я вернулся, ребятки. Все-таки, да, сову мы с вами приручили. Сову все-таки приручили.
Вот она, наша сова. О. Моргает глазками своими. 169 уровень получился. Пение. Пассивная. А, приказать не следовать. Поведение. Радиус следования низкий. Все, достаем креопод. И забираем нашу сову. И, наверное, полетим отсюда. Уже. Снежная сова. Вы заморозили. Да, есть. Есть, ребятки, есть. Все, убираем ворота, забираем. Подобрать. Хотя хер его знает, мы там где-то еще одна сова летала. Ну-ка, давайте посмотрим хоть. Есть тут где-нибудь поближе еще? Дандон. Не, нету. Поблизости здесь нету ни хера. Подбираем. Это тоже подбираем. Это тоже. Ворота не те сделал, ребят, блин, с воротами ошибся я. Ай, блядь, и ворота, блин. Разломились. Развалились. Подобрать спальный мешок. Все. Выпускаем нашего аргента. И полетели. Аргент аж бедный обосрался, блин. Так, погнали. Сейчас найти надо этот самый чекпоинт. Он где-то в городе должен быть. Так, а это надо ближе туда, к центру лететь. До гора. Так, используем, наверное, зелье. Да? Используем зелье. Нашему аргенту. Прожимаем его. Полетели. Побыстрее все будет. Он где-то там, в городе, ребятки. Это вот тут там, за горами. Главное вот сейчас купол пересечь. Да, с воротами, конечно, вышел вообще писец. Просто косяк. Кровать не поставил ни хера, блин. А если бы я вообще не забежал, блин, что делать тогда? Хер его знает, да? О, все, мы в городе. Где-то здесь надо найти этот пункт перемещения. Вон тут тоже моногармы. Так, у меня что-то тут с желудком, какая-то фигня. Increased food consumption. Что-то хер пойми. Вон какие-то улитки ползают, дракончики там какие-то разноцветные. Вон с расцветкой какие эти летают. Клюют. Раптор, раптора. Хуярит. Я тут вообще первый раз вижу. Пораженный птеранодон 80 уровня. А это звери пораженные, которые здесь. Карта, конечно, красивая. Ничего не скажешь. Так, где-то там мы находили порт. Вон дым какой-то идет. Где-то там был телепорт. Да, карта прогружается прям вообще пипсец.
Так, здесь порта вроде бы нету. Да? Прикольно, прям такой город какой-то разрушенный. Дубка какая-то пораженная. Смотрите, там какие-то мячики ходят. Живность убивают, что ли? Что это за херовины? Серпами, блять. Как город будущего разрушенный. Так, как бы нам теперь домой бы попасть? Вон рапторы пораженные. Что у меня с желудком? Я херпами не пойму ни хера. Тут дым какой-то идет. Что это вот за херня стоит? Куда-то мы точно не в том направлении летим. Надо бы куда-то туда лететь. И вон там где-то порт есть. А то мы домой вовсе не улетим. Вообще где-то он здесь должен быть. Я в биоме его находил. Гляньте, какая приколюха, прям труба. По-моему, я его в биоме находил, по-моему, вчера. Не знаю, долетим. Все, у орла сейчас скорость закончится. Где-то вот там вот сейчас посмотрим. Тут я вроде пролетел, нигде нету. Конечно, живность зараженную посмотрел. Ой, бля. Тут в небе кто-то сражается. Все, залетаем в биом. И будем сейчас здесь порт искать. А то уже темнеть начинает. У меня такое ощущение, как будто, да, создатели Extinction, типа как город будущего разрушенный, а это типа биомы построили для этих... Для живки, типа, как, знаете, раньше парк юрского периода, типа, был. О, вот он, порт. Один нашел. Все, будем уходить отсюда. Все, как раз 2 часа, ребятки. Сейчас вернемся на базу и будем... Потом моногарм, блин. А этот порт что, не работает он? Ай, бля, херово как. Херово-то как. Орла выпускаем, улетаем отсюда. Надо было сразу проверить. А чё он не работает, интересно? Жесть какая-то, блин. Обалдеть, а он не работает. Обалдеть. Полетели к другому. Где-то на земле я тоже видел вчера. Были эти порты. Только где? А? Вот в чем вопрос. Только где этот порт был? Блять, сейчас будем летать пол игры порт искать.
Бобры тут, смотрите. Пока я вообще ничего не вижу. Где оно тут? Волки ходят. Вчера что-то я прям быстренько нашел. Сегодня что-то прям туго. Портов так и не видно. Должны быть ближе к этому, к обелиску, по-моему. Насколько я помню, вчера вроде бы за ним. Где-то вот здесь. Вчера я находил работающий порт. А, по-моему, где-то здесь. Сейчас посмотрим. Продолжить. Или за ним, или где-то здесь. Там вроде бы нигде нет. Или где-то наверху, по-моему. Что-то начинает становиться страховато, что-то не могу найти этот порт. Как мы домой вернемся, ребят? Все, мы застряли здесь. Эти самые летают, моногармы херачат всех. Блин, не знаю, где его искать. Хреново, очень хреново. Ну-ка, сова какая летает. Снежная сова 53-й. Да. Теперь там на руле нигде. Вон чья-то ловушка, кстати. Кто-то тут кого-то тамил.
Снежная сова 180, ребят. Вон она летает. А, ну у нас не вообще нет. Так, а где это на карте? Это вот он, край как раз. Так, выпьем еще, наверное, зелье. Трансляция то завершена, то возобновлена. Нормально. Трансляция будет продолжена. Опять. Трансляция завершена. Какого хера? То в эфире, то трансляция, блин, закончилась. Херня какая-то. Хер его знает. Короче, ладно, доиграем как есть. Потом посмотрю, что не так с этой трансляцией. Блин, я не могу этот порт найти. Блин, ну вот где он есть, а? Этот нерабочий стоит, блин. А где рабочий? Дайте мне рабочий порт. Вон Гига ходит. Трансляция завершена. Да? Трансляция потом продолжится. И сделает мне там кучу роликов. Не могу найти этот порт, хоть ты убей. Ну, вот он еще один порт.
ты, блядь, собака. Ветераны, 140-й, еще этот моногарм, блядь. Работает, мне интересно. Урон увеличиваем нашему орлику. Все, работает. Терминал работает, ребят. Уходим отсюда. Так, тут у нас сердце чьё-то. Когти, бивни, ничего такого нету запрещенного, да? Путешествие на другой сервер. The Island. Перейти с выжившим. Все, переходим нахрен. И все, и насчет на этом заканчиваем, ребят, трансляцию. Трансляция возобновлена. Нормально, вообще красота, просто круто. Спавн выжившего на кроватке. Спавнимся. Сейчас игра прогрузится. Так, ну что, ребятки, на этом будем заканчивать. С вами был... Это мой канал Мистер Зуб. Ставьте лайк, подписка. Не знаю, кому понравилось. До новых встреч, ребятки!